Так, тестируем гильдейского босса. Попробуем навить максимальный урон на нем. Поехали. Давай замедляй его. Все, есть, замедлили. Смотрим, сколько набьем. Будем перезаходить где-то минута. Минута 30 перезайдем второй раз. Посмотрим, что у нас получится по урону. Ну вот таким составом получается медуза бьет их, станет ледяной, замедляет вот этого мелкого, потому что по нем очень герои миссуют. Ну а все остальные уже бьют большого босса. Плюс на медузу я ставлю феникса. У него там тоже процент замедления, по-моему, свыше 60. Получается очень неплохо. Так, минута 30. Давайте даже до 20 попробуем. Если получится, то все будет хорошо. Так, минута 20 перезаходим. Да, можно было еще даже бить. Побежали, второй тест. Есть, замедлили обоих. Единственное, что сейчас может быть. Не, нормально. Мелкий побежал чуть-чуть дальше, чтобы на него тыковки не заагрились. Так мы больше набьем с большого босса. Можно было даже 3 минуты стоять, наверное. Потом еще раз перезайти. На тыкве у нас получается берс руна ремки, на укротителе замедления рунами, честно говоря, не помню, ставил, не ставил что-то. На медузе ремка рунами замедления, ведьма замедление рунами, тяжелый удар, он тоже дает доп удар. На стрелке замедление тоже тяжелый удар. Ну и на ледяном ремка плюс замедление. Смотрим. Ну, за 3 минуты, я думаю, где-то мы должны набить порядка 450, даже больше, наверное, миллионов. Осталась минута. Плюс еще можно, конечно же, питомцев. Я питомцев не поставил всех. Был бы еще дополнительный урон. Немного, правда, но все равно неплохо было бы. Так, осталось 40 секунд. Интересно, если бы не было ограничения урона, за сколько бы выносился этот босс? Наверное, бы за раз. Зачем на него ограничения, в принципе, поставили, не знаю. Но лучше было бы сразу зашел. Сколько набил, столько набил. А, вот видите, 11 секунд у нас мелкий сагрелся. Ну, в принципе, не страшно. 462 миллиона.
Так, теперь убираем ледяного и ставим сюда ремочную Валентину, для того, чтобы она разгоняла наших героев. Поехали. Она, получается, дает... Ай-яй-яй, видите, сорвался. Она дает разгон тыкве, потому что тыква бывает миссает по мелкому. Она дает ей дополнительный заряд энергии, и получается, она практически всегда будет стакать свой талант. Поэтому Валя здесь очень необходимо. Видите, сколько там миссов идет? Очень много. Попробуем где-то 2 минуты, в принципе, я думаю, там 700 миллионов у него оставалось. Если он не добежит, попробуем за минуту до конца выйти и зайти еще раз на него. Можно было бы, в принципе, даже, думаю, полностью 3 минуты отбить и потом еще раз зайти, но мне кажется, что даже сейчас 2 минуты будет многовато. 1 200 000 у него останется от силы. Сейчас посмотрим. Выходим. Ну, 400, да. Было бы много. Так, мы его замедлили. Вот видите, в этот раз мы его более удачно замедлили. Он дальше от нашей медузы. И, в принципе, думаю, 3 минуты можно бить. Мы там получилось за 2 минуты 145, где-то приблизительно 220 миллионов должны набить. Думаю, если мы набили сколько там, 460, 240, 800, 900, где-то должны свыше миллиарда набить. Если повезет. Это с учетом перезаходов. Можно максимум получать орденов с него даже без перезахода вот таким же составом. Просто бьем 3 минуты и плюс еще 3 минуты бьем. У нас получится где-то в районе 750 миллионов. То есть нам этого хватит. Так, осталось минута 20. Видите, насколько много миссов. То есть Валя тут очень помогает тыкве разгон набирать. Так как у нас нету тут ледяного, мы берем Валентину. Наша тыква будет получать разгон, потому что если бы не было Валентины, мы бы били бы, честно говоря, не с такой скоростью его. Так, как видите сами, очень быстро все. Плюс герои очень миссуют, то есть Валя сразу же всех заряжает на максимум. И герой каждый раз скиллом бьет. Так, 20 секунд.
220. Итого у нас получился 1 миллиард 69 миллионов. То есть это мой новый рекорд. Правда, мы били его с перезаходами. Видите, ближайшее 847, ну а дальше идут уже по 500. Ну как бы, если бы более активно гильдия била сейчас этого босса, я бы не смог так растянуть время. Ну, в принципе, получилось неплохо. Вот так вот старайтесь бить, если у вас есть замедление этого босса. 5.